Южнокорейский актер Ли Сон Гюн, наиболее известный по роли в фильме «Паразиты», получившем 4 «Оскара», был найден мертвым в среду в одном из парков Сеула. Его тело находилось в машине. По информации агентства Ренхаб, все указывает на самоубийство. Как передает Рейтер, менеджер звезды сообщил полиции, что Ли ушел из дома, оставив предсмертную записку. 48-летний актер находился под следствием по делу о незаконном употреблении марихуаны и других наркотиков. По сообщениям, он трижды подвергался допросам, один из которых продолжался 19 часов. Ли был отстранен от участия в телевизионных проектах.